Заброшенное здание, повсюду лепестки роз, сплошная романтика. Только все эти цветы – расходный материал. Из них предполагается соткать настоящее платье. Такую непростую задачу самарскому флористу подбросил влюбленный жених. Молодой человек пожелал остаться за кадром. Через несколько часов сюда привезут его пассию. Девушка ничего не подозревает. Наряд начинает создаваться с нуля. Одна роза, ну, как вы знаете, в основном, в среднем стоит порядка 150 рублей. Ну, может быть, 100 рублей. Здесь у нас около 500 роз, да, затрачено на все это дело. То есть получится от 50 до 75 тысяч может стоить такое платье. Чтобы влюбленный порыв не остудила цена, флористы идут на всякие ухищрения. Для платья не обязательно использовать только что срезанные розы. Вполне подойдут бутоны недельной выдержки. Лепестки тоже продаются отдельно и могут долго храниться в холодильнике. На качество лепестков у нас это не повлияло. Как вы видите, вот они очень красивые, живые. И еще, я думаю, часа два они будут вполне себе жить. То есть это совсем не долговечное платье. Всего лишь 2 часа. Эти 2 часа цветочные, но все же платье можно будет использовать как обычную одежду. В нем разрешается ходить, сидеть и даже лежать. Несмотря на вид, конструкция достаточно прочная. На ткань приклеивается двухсторонний скотч, затем к нему крепятся один за другим лепестки. Здесь можно играть с цветом, фактурой и рисунком. Все зависит от материала и фантазии флориста. Это может быть короткое платье, это может быть длинное платье в пол, это может быть бикини. Мы можем сделать бикини, да, из лепестков для девушки. Мы можем сделать бороду для мальчика, да, из лепестков в пол, бороду в пол. Последние лепестки, и вот невеста уже готова одеть платье. Некоторые детали приходится доклеивать даже на тело. Кроме шикарного наряда, девушку ждет фотосессия в старинном здании. Она застенчиво признается, что всегда мечтала стать королевой цветов. Мне это удобно. Оно, правда, тяжеловато немного, но это ничего страшного. Правда, далеко в таком платье не уйдешь. Цветочный наряд приходится силой снимать с невесты и буквально резать по-живому. Тем, кто вдохновился идеей живого наряда, флористы советуют срочно идти на улицу и стихийно собирать все, что лежит на земле. Тканью для платья может стать все, что угодно. Особо оригинальные женихи могут постараться и самим сделать наряд, к примеру, из капустных листьев.